Расскажи, пожалуйста, Иван, во сколько сегодня начался экзамен и во сколько он закончился? Сколько длится? У меня экзамен начался в 10:35. У нас в кабинете не работали камеры, но это нам все равно не помешало. Мы все равно хорошо написали. Скажи, пожалуйста, тебе экзамен по русскому языку показался сложным или же нормальным? Ну, если сравнивать с лидером, это независимая как бы организация, она тоже присылает варианты, они нам, ну, они сложнее. А если ЕГЭ, то это полегче, да. Как ты считаешь, без подготовки можно сдать ЕГЭ по русскому языку? Нет, нужно готовиться усердно. А ты как готовился? Усердно. Что делал? Правила учил, какие мы решал. Сочинение писал. Как вот ты считаешь, этот экзамен рассчитан более на сильных учеников, на слабых, или же на среднестатистических учеников, которые вот учатся в школе? На среднестатистических. Хватило ли тебе сегодня времени, чтобы выполнить все задания? Да, хватило. Можно ли было списать? Не знаю, не пробовал. Как ты думаешь, ты справился со своей задачей? Думаю, что да. Моя подготовка не прошла безуспешно. Молодец.